Здравствуйте, это наша любимая игра Клондайк. Ну, а теперь мы будем с вами просто играть. У нас две обновы, мы их будем сочетать, как говорится, приятно с полезным. Лабиринты и наш временный остров, второй. Есть чем заняться. Так, надо что-то сделать интересное в плане энергетиков. А потом ехать. Что у нас тут? А, тут я не выгрузилась, ясно. Ну, 16. Конечно, там что-то наварило уже. Но не прям так много, скажем так. Ну, все уже, поехали. Выгружаемся. И, наверное, сейчас поедем налегке, просто оценить ситуацию. Компаньон там что-то выбил. Сейчас вывезем и заодно посмотрим, сколько мне надо. Вот уже 122 есть. Но не забываем, профессорские сады – это здорово, но лабиринты никто не отменял. Во-первых, да, расчищено вроде как там 58, но это все еще несущественно. Объясняю, почему. Я так и не получила своего стража. Не, ну мне до стража уже, я его вижу, вижу вдалеке, потому что я уже дошла до того острова, 59-й, по-моему, на котором уже можно будет, как говорится, так, что-то получить. Так, тут это все берем. Я точно знаю, насколько здесь все печально. Я снимала обзор в Одноклассниках и уже видела. Ну и плюс у компаньона видела, насколько все чудесно с этими камушками. Насколько их тут, как говорится, видимо-невидимо. Но и все на этом, да. В общем, сейчас мы будем делать... Все как обычно, я убираю комбо. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Ой, стоп, ничего лишнего не надо. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, домой. Выгрузимся, вернемся. Мне надо того 160 добраться и поставить его. Вы знаете, сначала вот я честно скажу. Прежде чем снимать обнову в Одноклассниках, я видела этот остров со стороны, потому что компаньон в Одноклассниках спит, придет сегодня вечером, а компаньон ВК на месте не дремлет. И она чистила, и я зашла к ней и увидела, насколько все здесь прекрасно, как говорится. Видела, каюсь. Раз, два, три. И сначала первое впечатление было, может, не надо. А может, не едем. Но потом я так внимательно присмотрелась к полученной информации и поняла, что едем. Едем по одному. Вот сейчас скажу, сколько у меня лабиринтов. Ой, это не тут, это вот тут. 58 и 59 у меня уже, как говорится, нужны. Да, это я уже построила, но стража взять не могу, потому что у меня еще синих 900. Этот остров дочищу, будет 1000, и можно будет взять. Ой, там яблочки созрели. Ладно, потом соберем. Ну, потом я так подумала, стоп, глина, море глины, море угля. Разве ж можно такую возможность упускать? Нет, конечно же, поэтому 100% едем, называется. 100%, и да, возможно, 100% я и не выбью. Ну, насколько талантов хватит, скажу я так. Так, вот этот я на 23... Еще 23. Странненько. Ведь 27. О, ровно 120 осталось. Берем. Вот этот камушек, который я хотела подарить компаньону. Подарить. По-дружески так. Опс, подарили. 110 нету ко мне? Нету. Ладно. Так. Чего я хочу? Я хочу вот этот сначала убрать. Видела я, что там очень-очень много интересного. 44. Мне нету плюс один, по-моему, вообще. Ну что, мы справимся. Конечно, тянет в лабиринт и передать не могу как. Но пока компаньон выбивает, надо, как говорится, не отрываться от коллектива.
в лабиринтах цель выполнена. Ну, не забываем. Да, в общем, вот говорят, мало почистила. Я не спорю, я мало почистила. Но если брать обе соцсети вместе, то вроде никак так уж и мало. 83 лабиринта я почистила за неделю. Вроде как нормально. Ну, если смотреть «Одноклассники», ни о чем. Так, я сюда хочу. Тут у нас 90 или 93? 93. Неинтересненько. Так, опять один откусить, это открыть. Сделать 93 и разбить. Ой, не то разбить. Ой, хорошо, что она у меня медленная. Вот бывает иногда и полезно промедлить, скажем так. Поехали. Я, конечно, привезла с собой немножко. Плюс 50. Но, походу, они у меня уже закончились. Как-то я так скромно привезла. Надо было поболее везти. Ну вот. Не подумала. Это что у нас? 55. 85. Ну, если я сделаю, это будет 83. Нет, мне так не нравится. В общем, надо возвращаться и брать свои... Плюс 50. Там, по-моему, еще есть. Да, если, допустим, ситуация с глиной, ну, не очень, но не критично, то с углем у меня все критично. Угля фактически нет. Так, давайте сразу 160, не будем морочить голову, тут камень я выбью сама. Пожалуйста. Какие хорошие. Они меня услышали. Так, это я тоже беру. Мне там еще, по-моему, есть возможность сделать немножко. Да, капуста есть, поэтому сейчас мы сначала едем туда, где крупная. Ну, а потом будем уже... возвращаться в наши любимые лабиринты. Так, брать с собой чуть-чуть такого. Просто если я сейчас все потрачу, то мне потом нечем. Опять я яблочки не забрала. Я ж вижу там 100 яблок в саду. Ну, вот как-то так. Так, комбо мы убираем, потому что, ну, сейчас как выбью один, и до свидания. Нам это надо, а нам это не надо. Так. 160. Раз, два. Мой 160. Только что сейчас этого нету, уголька. Поблизости. Так, тут у нас 95. Ладно. Ой-ой-ой, да что ж я такая невнимательная сегодня? Спешу, понимаете? Мне ж нужно здесь почистить. А вечером компаньон обещал в «Одноклассниках» появиться. И будем с ним там чистить. И 1, 2, 3, 4, 5. И так проще, когда 90 все-таки. Ой, тут уже все. И тут, и тут, а тут. И тут, а тут. И тут. А тут. Да? Ну, прям все здорово. Скажу я вам. Где бы мне столько плюс 50 взять вообще? Вообще было бы еще вообще отличнее, скажем так. Ладно, все, не будем морочить голову, поехали. Сколько у меня помощи? О, уже можно камушек один выбить, если что. Там у компаньона уже, в принципе. И выбивать-то особо нечего, скажу я вам. Мелкого вообще ничего нету. Немножко больших камней. 90. Ой. В этом направлении давайте сходим. 93. Девяносто. Девушка, не стесняемся, выбиваем.
Это что у нас? 90. 90. А тут у нас 93 или 90? 93. Раз, два. Один. Вот это все поднять. Он скоро будет вывозить уже. Самое интересное, что вот в плане энергетиков, да, я обратила внимание, но этот остров вообще ни о чем. У меня есть плюс 15 одна. Вот, 55. Во как. Сейчас сделаем. Стоп, а почему? Все, порядок. 85. Ой, 85, 85. Это 93. 9. Так, я могу уже помочь. А что у меня 300 я не видела когда? Это ненормально. Так, 120. Все, компаньон закончил. Красота, да? Это был у нее последний камушек. Осталось ей только отдохнуть сначала, но потом можно возвращаться в лабиринты, если что. Ну, вообще я не хочу это выбивать. Я сейчас пойду, наверное, и себе вот это все вывезу, красоту, и попробую убрать лучше уголек. Уголек мне как-то так поинтереснее. Кстати, у меня там подарок висит на 25%. Можно открыть. Там, конечно, ничего такого, наверное, интересного не будет. Ну, какой-то там энергетик. Незначительный все равно. Так, ну что, а где? 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 А энергия где? Ну да. В общем, пришло время немножко здесь поубираться. Или здесь уже все поубиралось. Вот раз. Два. Три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Я, по-моему, уже всех нашла. О, крутить. Изумрудик, спасибочки. Так, собрать фабрики. Главное, так, 122. О, есть. Ну, на один уголек точно соберем. Отлично. Нету у меня ничего? Нет. 152. У меня вот еще есть плюс 15. Три штуки забираем. Ну, я не знаю даже. Все, поехали кататься. А яблочки опять висят. Я их замечаю тогда, когда уже улетаю. Пролетаю мимо, вижу яблочки. Так. Убираем комбо. И тут делаем раз, два. А вот это убираем полностью. Отлично. Ну, теперь давайте немножко вот тут вот, где позаготавливали, можно так сказать.
Хотя вот, давайте я сюда хочу еще пройти. Везде хочу, везде бегу, везде успеть называется. Продвигаемся там вглубь, мы продвигаемся. Ну, тут опять ресурсы. Так, 45. Глины, конечно, хорошо. И это таки радует. Отлично. А сколько мне еще этих осталось? А, это только половина. Так, это... Забираем. Это что у нас? Это у нас 35. 43 от. Отличненько. 93. Так, это я все поднимаю. Это у нас 120. Интересно, мне хватит на что-нибудь? Я сейчас этот уголь весь соберу. Проверю, может, где еще что интересное. Ну, не так, чтобы интересное. Ну, что-нибудь есть. И как у меня в складе с этим делом. Так, а по-моему, здесь уже все забрала, да? Ну да. Осталось раз, два, три и до свидания. Так, ладно, проверочка энергетики. Ну, ничего такого, из чего у меня бы могло что-то такое интересное выпасть. Это просто стошек, просто забрать, да и все. Так, ладно, потом будем забирать, не буду вас задерживать забиранием со складом. Мне надо 150. Ну, или хотя бы 120. Ну, конечно, лучше 150. Хотя можно сейчас немножко схитрить и пойти посмотреть на острове сундуки, если у меня. Если есть, открыть. Я ведь все равно не просчитаюсь, потому что что, как будем делать? Мы будем делать вот так. Красный я там уже забрала. Этих вот 900. Пока 1000 не станет, все наше. Так, раз, два, три. Ну, не густо. Остальное нужно еще искать. Зато потом у нас появится сборщик. Что, до 150 не дотяну, да? И нигде тебе никакой монетки. 149. Просто смешно. Нет, у меня там есть один уголек без двух ударов. Вот как раз вот его можно и забрать. Так. Уточняем. Я точно все забрала плюс 50, да. Ладно, это мы тоже уже берем. Процесс идет, ну, процесс, скажем, так, все. В этот раз я вспомнила за яблоки. Яблоки. Так. А теперь у меня 10 штук, я пока не буду ставить, пока не станет 50. Так, это все собрать, это все наше. Тут еще нет, тут еще нет. Ну, на острова, скажем так. Немножко подумала, все-таки решила не выбивать, а пойти сначала у соседей. Немноженько докопать. Ой, 230. Ну, это как-то уже лучше. Так, давайте посмотрим. Там у нас обновление было. Так, говорят. Так, деревья. Семена. Удобрения. Постройки. Во. Жилье, фабрики, особое. А что я слышала, что вроде и добавилось у нас еще. Так, все. Это матросы, собаки, остальное. Нету. Садовник я вроде слышала. Я, наверное, неправильно поняла.
Ладно, неважно, поехали, потом посмотрю. На острова. Так, комбо я убрала. Теперь смотрим. Вот тут 27. Отличненько. Вот тут у нас сначала 40. Потому что если в первую очередь убрать тут, так, 10. Вот это я молодец, конечно. Никто не похвалит. Два удара перестучала. Ладно, вывезем. В том плане, если брать в первую очередь уголь, то с угляш опять выпадет уголь, а это опять энергия. И таким образом мы немножко возвращаем. Но никто не рассчитывал, что я сделаю на два удара больше, чем надо. Печалька. Так, пока там собираем, собираем здесь, в фабрике. Вот, натрусилась. Ну, натрусилась. О, есть. Сливы я забираю. Очень уж они мне на... Так, кролики, потерпите, сейчас я вас буду кормить и все такое, только давайте сначала уже потрачу энергию. Так, 150. 10 ударов лишних. Раз, два, три. Раз, ой. Раз, два, три. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чтобы нигде опять... 54. 4. Раз, два, три, четыре. Ладно, все. И поехали. Сорок. Нет, ничего не стоит. Буквально тут сейчас за пару минут выбить с мелкого 10% и получить подарок. Ну, хочется уже как-то, знаете, вот куда ты так столько наколотила. Все. Комбо убрать. Так, проверочка, я, по-моему, привозила сливы. Точно. Раз, два. 93. И на этом наши плюс 50 благополучно закончились. Ну, насколько хватило, потом наварим, как говорится. И так неплохо. Часть-то убрали. И это, между прочим, очень-очень радует. Начнем ходить обходными маневрами. Ну, допустим, вот это я могу и так убрать. 70. Поехали. 60. Тоже доступно. У меня еще 4 штуки плюс 20 есть. Вот кратер ничейный. Сейчас доберемся до угла. Там я увидела у компаньона угля было. Видимо, невидимо. 85, 85. А это сколько? Тоже 8. Так что там 2, 85. Так, уголь, уберите. Закрываешь. 85, 85, да. 2 по 85 и 30. 35 берем. 35 как раз нам вот то, что надо. Доступно. Уголь никто забирать отсюда не будет, само собой разумеется. 60. О, и 60 есть.
Так, надо писать компаньону. Вернись, я все прощу, называется. Что пора ставить помощь. Так. Ну, в принципе, видите, остров в этот с расчисткой. Ничего такого сложного нету. Главное было бы чем, называется. Да, конечно, большие камни потом останутся. Ну, буду пытаться дочистить. Если изначально думала ехать, не ехать, то теперь, конечно, хотелось бы уже и 100% выбить, что ли. Тем более, что 45 уже выбито. Другое дело, будет ли за что, будет ли, вернее, чем. Так, подополнила, ко мне осталось 8. И тут тоже еще. Есть чем заняться, называется. Это что? 48, 38, 48. Поехали. Яблочки мои заканчиваются благополучно. Ой, 65. Это сколько? 70. Ладно. Мы сейчас делаем так. Раз, два, три, четыре, пять. Потому что у меня еще плюс 60 есть. Это 70. И забрать. И тут еще как раз еще один, скажем так, вот сюда. Стоп. 41 81. Да хочу эти деревца убрать. 85. А если выйдет, может, чего и поболее, что у меня. Ну, не так, чтобы очень. Но тут, по идее, есть уголь. Он тут даже есть бочечка. Да, сейчас что-то одно смогу убрать точно. И хочу, наконец-то, уже поехать, как говорится, оставить этот остров на какое-то время и заняться своим лабиринтом. Осталось-то совсем чуть-чуть. И никак. Ладно, 13, поехали. Энергетики уже фактически все сюда ушли. Все запасы, как говорится, которые ночью наварила. Так, и что у нас? Ну, как-то маловато будет, да? А нет, ничего так еще более или менее. 142. Ну, на 165 не дотягиваем, конечно. И открыть нечего, да? 11 часов. Это что у нас? 10 часов. 10 часов. Такого больше ничего вроде, которое... А! Тут вообще, по-моему, неизвестно когда. Так, кролики, я вас должна покормить, потому что меня совесть мучает. Тихо. Кушать. Обед. Собираем. И, наверное, все-таки надо доделать. Или не надо пока. Все. Это тратим и идем с кроликами разбираться.
Для них надо сборщика организовать. То сейчас все энергетики сюда уйдут, и ничего не останется. Так, тут у нас раз, два. Тут у нас раз, два, раз, два. А 100 нет угля, все по 150. Есть, аж два. Вот, так это здорово. Так, значит, мне надо делать, ну, наверное, 80. Потому что у меня больше нету. Так, и тут делаем 80. Потом все это собираем. Пытаемся еще раз. Да, там будет. А садовника я все-таки нашла. Оказывается, его дают за задание, а не просто купить. За 100% расчистку следующего морского острова. Я думала, сейчас как пойду, сейчас как куплю. Купила. Молодец. Так. Что у нас тут? 103. Все, поехали. Ничего больше не берем. Хоть единственный плюс в этом острове, ничего не надо привозить для того, чтобы что-то построить. И то радует. Три. У меня эти три сейчас вообще нигде. Вообще никак. А вот раз, два, три. Ладно, убедили. Поехали. Сейчас этот уголь надо... Главное не брать. Пусть он там себе остается спокойненько так. Сейчас начну брать уголь, опять въехать сюда, опять что-то чистить. И так до лабиринтов не доберусь сегодня, а очень-очень хочется. Тут 4 сделала. Ай-яй-яй. Один удар лишний. Сорок три, 83. Поехали. Еще раз 40. И еще раз 40. Это что же уголечек? Ой-ой-ой. А теперь еще один уголечек. Маленький такой. Надо больше ставить сейчас плюс 50 делать. Я наоборот ставила на ночь плюс 40, потому что оно дольше готовится. Думаю, ну больше наделаю. Ну вот наделала. Больше, а толку-то меньше. 45. Нам надо еще этот кратер убрать. Есть. Это у нас 30. Так, я отсюда вообще-то уходить собиралась, если что. 48. Точно сейчас уйду. Уже ладно, дотрачу то, что есть. Тут как раз 2% осталось до подарочка. 45. Ну, вот 45. О, прими. А так мне можно помощь ставить, да? Я думала, мой компаньон сейчас делает себе перерывчик. Я один поставлю. Ой. Ну, один такой. И не люблю я, конечно, уголь ставить компаньону.
Один такой, больше не буду. Все. Скромненько так. 35. Так, это какой? Это 10, еще 4 остается. Вот мне сюда надо идти, если что. Хотя не горит. Стоп. Стоп. Что поднять? Вот это все поднять, выгрузить, а потом будем выборочно забирать. И вот это все поднять. Ну, прям отлично. О, а траву кому? Кролики. Кролики любят траву. Так, 50. Вот у нас 48. Да, выгрузить. 5. Ну, 16. 56, между прочим, звучит. И еще 13. Ладно, 10. Ну, тут так себе. Под большим вопросом. Все, я, наверное, отсюда ухожу, да? Ой, сейчас не хватит одного удара. Ну, я тоже так подумала. Ладно, 65. 32. Вот. 83. Раз, два, три. Ой. Сейчас еще раз сделаем. 83. Отличненько. Что там с помощью? Ой, нужно идти помогать, между прочим. Так, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, мелкое я выбираю подряд, я уже не выбираю здесь крупнее, мельче. Были бы там камни крупные, я бы там что-то смотрела. Так мы идем просто по порядку. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило, чтобы еще один убрать. Ну, есть к чему стремиться. Так, что бы я хотела? 70. Ладно. Все. Точно идем домой. Так, чтобы ни угля не было, ничего такого. А тут есть что забрать? Ну, не так, чтобы прям очень. Ну, что-нибудь явно нашли. Домой полетели. Все, ничего не делаем, идем искать последние, ну как не последние, а недостающие. 3, 6. Так, и глянем сейчас, сколько энергетиков тут осталось. По-моему, там вообще ни о чем сейчас будет. Ой, у меня скоро уровень закончится. Не, ну, конечно, можно ему помочь закончиться быстрее, чтобы не прозевать этот момент. Ну, я не знаю. Так, с энергетиками что-то есть. Яблочки. Когда будут яблочки? Вопрос. Вопрос ребром. 24 минуты и 9 часов. Немножко помогли. Так, у меня там... Я уже третий завод достроила, потому что мне постоянно не хватает чего-нибудь. Так, раз, два, три. Поехали. Нам сюда. Да-да-да. Точно сюда. В поисках приключений называется. Или двух сундучков. Энергетики и то поярче выпадают, чем они у нас выпадают на том временном острове, скажу я вам.
это что? 22. О, я нашла еще один синенький. Берем уголек и идем искать в другом месте. Монетка, это тоже хорошо. В принципе, еще и фонтанчика одному не хватает, если на то пошло. Тоже нужная вещь. Наверное, вдруг... О! Кувшинчик. 41-45. Поехали. В этом направлении. Стоп. Сейчас поедим. Есть. Прямо уже начинать болеть. Сборщик. Осталось чуть-чуть. Все. Нет, конечно, лабиринты можно продолжать. Ну, скажем так. Ой. А что я ее не открыла? Посмотрела на него и, как говорится, и пошла. О, между прочим, 93. Делаем 94. И быстренько съедаем. Ну, я не успела быстренько съесть. Ладно, раз, два, три. Пожалуйста, успей почистить раньше, чем насыпется. Есть 93 и плюс вот это 98. Мы сейчас камушек уберем. Во как. Будем сочетать. Открываем. Главное с этого острова не уезжать. По-моему, я там где-то еще что-то не взяла. Или все взяла. Красные я взяла все. Синенькие. Тоже. Ну, может, еще там где монетка какая-то. Ну, тут еще глина, конечно, осталась по большому счету. Но так, чтобы прям что-то критичное, нет. Так. Нам вообще никуда мы не нажимаем. Нам на ключевой четвертый договариваться. Мы принесли вам денежку. Меняемся? Меняемся. Домой. Срочно. О, как раз мне компания что-то выбила. И я тут такая вся готова. Тадым, ответственный момент. Кролики, вы не поверите в свое счастье. Вот он, ваш товарищ и помощник. Ваш сборщик. Теперь вы можете смело размножаться. Так, кстати, я же там должна была получить еще одну плюс 50. Есть. Ну, это мне как-то маловато будет. Мне надо чем-то еще... О. Ну, как-то так. Поехали. Там два оставалось. Раз, два. Отличненько. Так. Ой, спасибочки. Так. 150. А у меня такой только большой один был, да? 165. Значит, мы делаем так. 20. Стоп! Очень оригинально. 23. У меня остается 150. Но я помощь переставляю на что-нибудь, скажем, 110. Есть еще 110?
Ну, есть 95. Есть 140. Во. Тоже интересный вариант. Хватит. Компаньон так уже себе навыбивала. Ой-ой-ой, сколько. Компаньонов надо жалеть. Так. Ну и теперь у нас 150, и мы берем с собой-ка еще вот так. И вот тут под вопросом, но все же бывает. Ну, я не знаю даже, сколько мне надо, чтобы мне хватило. Мне хочется два угля убрать изначально. Ну и все, да, пока не. Посмотрим. Поехали. Яблоки надо еще поехать сделать. Ой, вы знаете, по-моему, я, как всегда, превратила мой маленький ролик в художественный фильм. 46 минут. Как серия от сериала. Люблю сериалы. Ну, у нас мини-сериал про Клондайк. 169. Ну, как-то так. Скажем так. Ладно, будет, что будет. Поехали. А что она мне? А, он же выбило. Ничего себе. Так, 19. Стоять. Тут у нас 19. Ну, почти. И 150. Походу, видео надо заканчивать, да? Не, ну реально. Интересно, поставьте, пожалуйста, плюсик. Кто смог, у кого хватило нервов, скажем так, выдержки, досмотреть видео до конца. Вот просто интересно, вот я вот записать-то я записала, мне не сложно. Ну вот хочется понять, сколько. Или просто напишите, досмотрел. Чтобы я понимала, что вот реально мое видео не просто вышло, как говорится, и висит в интернете, что его реально смотрит. Что оно стоит того, как говорится, снимать длинное видео. Очень прошу. Ну, а видео на этом я точно буду заканчивать, потому что, ну, уже, ого, как много. Встретимся в следующем ролике. Если вам нравятся мои ролики, подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые. До новых встреч. Пока-пока. Всем удачной игры.